История Можгинского редукторного завода начинается с 1928 года, создания производственной промысловой артели «Красное знамя», имевшей в своем составе кузнечное, слесарно-жестяное и чугунно-литейное производство. Основными видами деятельности предприятия в то время были печное литье и изготовление шестерней к различным сельхозмашинам. После Великой Отечественной войны предприятие переподчинилось профильному союзному министерству и преобразовалось в Можгинский завод машиностроительных деталей, получив мощный импульс к развитию. Были освоены выпуск узлов к токарным станкам 1К62 в кооперации с Московским станкостроительным заводом «Красный пролетарий». С 1969 года завод установил линию производства валов и зубчатых колес для наиболее ответственных изделий Ижевского редукторного завода. Наше предприятие постоянно совершенствует технологии, стремясь использовать самые современные оснастку и оборудование, создает автоматические производственные линии для постоянных заказчиков, позволяющие повышать качество и снижение стоимости выпускаемой продукции. С 1972 года мы освоили собственное производство конечной продукции – червячных редукторов типа Ч80 с годовым выпуском 90 тысяч штук. На протяжении многих лет большим спросом у нас пользуются редукторы 1CU160, 1C2U160. Производственные мощности Можгоредуктор – это 13 тысяч квадратных метров, один из производственных участков, оснащенный высокотехнологическим оборудованием, что позволяет качественно и в короткие сроки, до 5 дней, изготавливать заказанную продукцию, производить гарантийные и послегарантийное обслуживание. В настоящее время наш завод расширяется, заключает новые контракты на серийные и массовое производство новых, ответственных изделий и деталей любой сложности. Имея многолетний опыт производства редукторов и зубчатых передач, современное обрабатывающее оборудование, высококвалифицированных специалистов и отлаженную систему контроля качества, мы с гарантией обеспечиваем необходимый вам ресурс работы наших изделий. Станочный парк предприятия располагает 4 координатными обрабатывающими центрами для комплексной обработки корпусных деталей, фрезерными, токарными, шлифовальными, зуборезными, зубодолбежными, зубошлифовальными, протяжными станками, прессовым и термообрабатывающим оборудованием. Конструкторский технический отдел, измерительная лаборатория, отдел технического контроля с инженерами-технологами, конструкторами и другими специалистами ОТК сопровождают производство нормативной и технической документацией. Предприятиям России, действующим в жестких условиях формирующегося рынка, все больше приходится заботиться о достижении конкурентоспособности своей продукции. И тем из них, кто применяет в выпускаемых изделиях, станках и машинах различного профиля, редукторы и приводы, необходима новая техника, не уступающая лучшим зарубежным образцам. В этих условиях ООО «Можгоредуктор» предлагает как модернизацию базовых моделей редукторов, так и разработку и создание новых агрегатов для потребностей вашего производства. Являясь одним из ведущих предприятий России на рынке редукторостроения, мы строим взаимоотношения между покупателями и поставщиками на долгосрочном, честном и взаимовыгодном сотрудничестве.